Lushenko. Oy, oy, oy. My любимый Lushenko Gary. Теперь надо ехать и искать. Для этого надо бежать из автосалона. На лифте. Да. А теперь нажимаем кнопку. Вот, открывается. Все. Я убежал. Моя любимая машинка должна быть где-то там, на втором этаже. Надо подняться туда при помощи подъемника. Вот так. Ровненько, ломки и подъем. Ой! Его увезли на автовозе! Да, чтобы теперь найти, надо пройти очень много препятствий. Так, воспользуемся этой маленькой машинкой на управлении. Опа! Вот видите, она перелетела через большой колодец с электричеством и нажала кнопочку. А теперь мы при помощи вертолета должны нажать другую кнопочку. Но там очень опасно. Вертолет не может пролететь через пар. Хотя он и маленький, но пар его сносит своей мощью. Вот. У нас все получилось. Теперь надо ехать в аэропорт и садиться на большой грузовой самолет, чтобы прилететь в другую страну, куда увезли мою любимую машинку. Ой-ой-ой, в этом самолете нет пилота. Как же теперь? Мы долетим. Все ящики выпадают прямо в открытую дверь. Куда же делся пилот? Надо выбираться отсюда, а то самолет сейчас упадет и взорвется. Надо одеть парашют, чтобы спрыгнуть из самолета. Срочно выбираемся отсюда. Прыгаем! Страшно, конечно. Мне повезло. Я успел выпрыгнуть с парашюта. Помогли шипы растения. Это хорошо. Правда, они очень опасные. Ими можно пораниться. Лучше не трогать эти шипы. А теперь воспользуемся лианой, чтобы перепрыгнуть через этот ров. Лиана очень крепкая. Юху! Поехали дальше! За мной гонится лавина. Срочно прыгаем. Блин, еще мешается снеговик со своим ведром. Тут стоит знак, что дальше ехать опасно. Там обрыв. Надо спрятаться от лавины. Вот сюда. Фу, пронесло. Какая опасная лавина. О, а это что за гонщики? Так, давайте-ка обгоним их быстренько. И займем первое место. Вот. Я занял первое место еще случайно на каких-то гонках. Ну и приключения у меня сегодня. Тут еще и большая речка. Так, давайте на этой речке переберемся с помощью парома. Он, наверное, платный. Точно. Вон стоит охранник. Он меня ищет. Но мы его обманули, потому что залезли на второй этаж парома, и он нас не заметил. Я понимаю, что, конечно, плохо не платить за проезд, но у меня просто сегодня денежек нет, а мне надо найти мою любимую машинку. Так, а теперь поехали на железнодорожную станцию. Вот он, вокзал. Ой, что-то мне по голове прилетело. Ничего себе, мне это снится? Моя любимая машинка! Классно! Сейчас я ее возьму! Так, надо проехать по этим островкам летающим. Ой! Надо надуть тучу. Куда это я? О, фу!
Клаус прямо в липучку. Точно, это был сон. Ну вот я очнулся. Теперь попробуем пробраться на этот вагон, чтобы доехать на другую станцию. Сначала надо прицепить к вагону трос. Теперь поднять корпус. Вот. Теперь можно заезжать туда. Поехали на другую станцию на поезде. Ой, какой быстрый поезд! Как он быстро едет! Классно! Но что-то мне кажется, что он едет не в ту сторону. Куда мне надо? Как-то надо срочно отсюда спрыгнуть, с этого поезда. Пойдемте в последний вагон. И просто с последнего вагона слезем, все. Да, тут много препятствий. Вот так, поднимаем. А вот и последний вагон! Ой, какой он красивый! Ну ладно, нам не до этого. Надо выбираться отсюда. Ой, немножечко поломал поезд, ну ничего страшного. Ну вот я оказался в Венеции. Но почему здесь сломаны все мосты? Придется направить мосты, чтобы проехать дальше. Вот так, это сюда. И поехали. Да что же это такое? И этот мост тоже сломан. Что за город такой? Со сломанными мостами. Ну ладно, мы справимся со всеми задачами. Поехали! А это засекреченная подпольная база. Здесь надо пробираться только с фонариком. Так, надо переключать рычаги, чтобы мне возможность, чтобы у меня была возможность пробраться на другой этаж. Так, давайте перевернемся. Ага. Теперь надо включить другой рычаг. И вуаля! Мы спустились ниже на другой этаж, на который нам был нужен. Как все сложно, как все сложно. Зачем здесь выключили свет? Ну ладно, поехали дальше. Не будем обращать на это внимание. Какая странная засекреченная база. Я из нее вышел и оказался в джунглях. Тут еще и статуя. Надо играть музыку красивую, чтобы двери открылись. Отлично! Какая красивая музыка получилась! Что даже все двери открылись! Ну, теперь, наверное, можно заезжать туда внутрь! Конечно, страшно! Это же опасная пещера! Но надо, надо! Мне же надо найти мою любимую машинку-то! Ну, поехали! Я ее нашел! Стойте, стойте, остановитесь! Отдайте мне мою любимую машинку! Эй, сумасшедший автовоз, тут сломался мост! Сейчас она упадет вниз! Надо ее вытаскивать! Давайте будем буксировать ее! Цепляем трос и вытаскиваем! Теперь всегда будет со мной! Как